Один из самых удивительных феноменов, на мой взгляд, вообще в человеческой жизни, это феномен существования церкви. Действительно, возникает вопрос, почему церковь до сих пор существует? Как бы не смеялись атеисты, как бы не зверствовали богоборцы, как бы не обольщали истинных христиан лжеучителя, церковь по-прежнему стоит – и стоять будет. Очень интересно на этот счет писал Честертон. Когда христианство пришло в мир, на него, словно осы на пчелу, ринулись роем мистические и метафизические секты, в большинстве своем восточные. Со стороны все они были похожи, и голоса их сливались в нестройное жужжание. Но только одна золотая точка во всем этом облаке могла построить ульи для грядущих поколений. Дать миру мед и воск, сладость и свет. Да и много раз при Арии, при альбегойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине вера, несомненно, катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти. А... А... Поразительный феномен Парадокс Церковь Христова. Существует до сих пор и будет существовать вечно. Давайте об этом прочитаем у апостола Павла в послании к Ефесянам, 4 глава, с 7 по 16 стихи. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на делу служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Церковь Христова существовала и существует, и будет существовать вечно. Она созидается и, следовательно, существует. И вот благодаря чему существует церковь? Церковь существует и созидается в силу трех причин. Давайте посмотрим на эти причины. И, может быть, мы внесем свой посильный вклад в созидание церкви, если узнаем об этих причинах. Во-первых, церковь созидается потому, что Христос дал нам духовные дары. Он дал нам дары по благодати и во благо. Посмотрите, седьмой стих. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Что такое духовный дар? Духовный дар обычно этим понятием обозначают некую способность, которую христианин получил от Святого Духа и которую он раньше не обладал. И в Писании, вообще в Новом Завете, есть четыре текста, описывающие духовные дары. Это две четвертых главы. Первое послание Петра, 4 глава, и э, Ефесянам 4 глава, и две 12 главы, легко запомнить. Римлянам, 12 глава, и 1 Коринфянам, 12 глава, ну там даже с 12 по 14. И вы знаете, что дары делятся на чудесные говорения на иностранных языках, ранее неизвестных говорящему исцеление, чудотворение. Есть практические духовные дары дары учительства, администрирования и управления. Каждый из нас имеет некий духовный дар. И у каждого из нас есть особые параметры и особое назначение с точки зрения Бога. Поэтому Петр говорил нам, служите, каждый, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И эти дары даны во благо. Мы должны приносить пользу церкви Христовой. Довольно ясно, что эти дары даны нам свыше, было бы глупо ими хвалиться и говорить, а я круче тебя, потому что у меня вот такой духовный дар. Это все не твое, это подарок. Ну только неразумные дети хвалятся подарками, потому что подарок на самом деле ничего не говорит о тебе, он говорит об отношении дарящего к тебе. Они даны по благодати, для нашего блага и для окружающих. И интересно, что церковь созидается, и почему возможны эти э, духовные дары? Да потому что Христос связал действия темных сил. Не зря апостол Павел здесь открывает нам тайну с 8 по 10 стих. Христос восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел что означает, как не то, что он и не сходил прежде в неисподние места, преисподние места земли. Скорее всего, речь идет о его сошествии в ад, когда он действительно наполнил все. Ну, некоторые говорят, что это говорится просто о его пришествии на землю. Но тогда очень интересно, посмотрите, он вошел превыше всех небес, Тогда почему же он не сошел глубже преисподней, а просто на поверхность земли? Явно, что вот здесь две метафоры. Превыше небес и ниже преисподней земли. То есть нечто, что находится под землей. И если бы Христос не спустился в ад, тогда Павел не мог бы сказать, что он наполнил все. Явно речь идет о сошествии Христа в ад. Мне очень нравится, как это принято изображать в православной иконографии. На иконах, описывающих сошествие Христа в ад, Христос всегда нарисован с развивающимися одеждами. То есть он стремительно врывается в ад, как победитель. И теперь мы знаем, что Христос имеет силу над адом и смертью. Он действительно сошел в ад. Над всеми силами дьявола, и именно поэтому духовные дары могут действовать, потому что Сатана отчасти не сложен, отчасти он уже побежден. Заметьте, что евреи, они ведь тоже были призваны быть рупором Божьей истины, но евреи не привели к истинному богопоклонению мир, потому что Христос еще не сошел в ад, не вошел на высоту и не дал духовных даров. И только Церковь смогла пойти по всему миру и привести людей к истинному Богу. И это очень важно. Церковь созидается, потому что Христос наполнил все собою, победил смерть и ад и дал дары людям. Но есть и вторая причина, почему созидается и существует церковь. Церковь существует, потому что каждый из нас ⁇ это уникальный. Божий дар для нее. Интересно, что 10 стих, вернее, 11 стих, э, у нас начинается с союза И. И он поставил одних апостолов а с апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. На самом деле здесь стоит противительный союз, который можно перевести как «же». Ну, вот Однако, несмотря на это, вот, или там, с другой стороны, он поставил одних апостолами. То есть он дал дары, он наполняет все, он обеспечивает вот это процветание церкви. Но с другой стороны, он и нас поставил, каждого на своем месте. Буквально он дал нас, здесь э, форма э, греческого глагола означает передать закончить вот эту передачу из одного состояния в другое. Он поставил нас. Христиане не одинаковые все, как табуретки, конечно. Он каждого из нас дает церкви как особый дар. Ну, Павел здесь перечисляет четыре дара, связанных с учительством. Он поставил, во-первых, апостолов. Вы знаете, что апостольские дары ну, как бы делились на две категории. Было 13 апостолов, которые назывались апостолы Христа. Ну, 12 из них Иуда повесился, потом Матфея избрали. Ну, а 13 Павел. И их называли апостолами Христа. Еще несколько людей в Новом Завете также называют апостолами. Например, Андроник и Юния, прославившиеся между апостолами. Варнаву называют апостолом. Но принято считать, что это так называемые апостолы церкви. Во втором послании Коринфянам, 8 главе, 23 стихе, Павел э, называет таких людей апостолы церкви. В русском переводе там, правда, стыдливо написали посланники, но, но на самом деле там стоит слово апостолы церкви. И их признаками была особая поддержка Божья, особенные чудеса. Но вот какая поразительная особенность! Когда апостолы умерли, им не назначали преемников. Мы видим это из истории Церкви. Церковь, находясь в здравом уме, никто из них не сказал: "Так, ну что, умер Варнава, умер Павел, там Иакова убили мечом. Давайте соберемся, как в дни былые, бросим жребий, Матфея же выбер, и поставим на место Иакова нового апостола". Нет. Церковь прекрасно понимала, что дары апостольства уникальны. Они закончатся. То же самое можно говорить и о пророчестве. Пророки это те, кто передавал непосредственное откровение от Бога. Служение пророков и апостолов уже завершилось. Мы об этом говорили, когда изучали 20 стих 2 главы. Какую-то часть служения апостолов действительно выполняют миссионеры? Какую-то часть служения пророков? выполняют проповедники, но эти дары остались в основании церкви. Далее Павел говорит, евангелисты, те, кто проповедует благую весть, кто обладает особенным даром объяснять Евангелие неверующим, понятно. Все должны свидетельствовать, все должны проповедовать. Но есть люди, наделенные особым даром евангелистов. Пастыри, еще один дар – Люди, которые призваны пасти церковь, наблюдать за чистотой учения, утешать церковь, кормить ее духовно, оказывать всякую помощь членам церкви. Учителя, те, кто объясняет церкви Слово Божие. Иногда это пастор-учитель, тут, кстати, спорят э, толкователи, речь идет о двух разных духовных дарах или об одном. Там не ясно по-гречески. Либо это пастор-учитель через черточку, как бы, либо это пастор отдельно, отдельно учитель. Но Павел, конечно, не завершает здесь список служений. В Новом Завете описаны, ну, по разным оценкам, от 10 до 14 духовных даров, и явно списки не исчерпывающие. Ну, потому что нигде мы не видим какого-то намека на то, что вот только такие вот духовные дары. Но здесь важно немножечко другое. Я не думаю, что Павел просто хотел список составить. Важно, что... Важно сосредоточиться на словах. Он поставил. Он дал. Каждый из нас должен осознавать себя как дар для церкви. Какой вы подарок? Мы чаще всего склонны говорить. Э, я не подарок. Я вообще не подарок. А вы на самом деле подарок. Вы подарок, поэтому делайте то, к чему вы призваны. У вас ничего другого, в принципе,-то и не получится. Мы все все равно являемся теми, кем нас создал Бог. Человек, которого Бог призвал к творческой работе, никогда не преуспеет в какой-то рутинной работе, в каком-то рутинном труде. Художник никогда не станет просто чертежником. Кстати, я читал историю про Джеймса Макнейла Уистлера. Это американский художник 19 века. Он однажды подрабатывал чертежником, и ему дали задание начертить мост. И он, значит, мост выполнил, чертеж по всем правилам. Но поскольку он художник, он на мосту нарисовал двух детей, которые, значит, ловили рыбу. Ну, и ему начальство сказало, вы что, уберите детей с моста, это чисто инженерное задание но он детей стер, значит, с моста и нарисовал их там рядом на берегу. Значит, они стоят удочкой. Ему сказали, вообще детей уберите, чтобы не было этих детей. Тогда он следующий чертеж принес, и там под мостом две могилки такие были. Ну, художник не может перестать быть художником. Также человек, которого Бог призвал к какому-то служению, он все равно будет. Как-то к нему стремиться, как-то будет душа от его лежать, сердце к этому стремится. Поэтому не отчаивайтесь, ищите пользы для дела Божьего, и все будет у вас хорошо. Бог дает вам, вас, как дар церкви. Не мыслите только, что это вам дан дар. Это вы дар, он поставил вас как дар. Мы часто получаем подарки на Новый год, там, на 23 февраля жуткие подарки. Как какой-то современный сатирик-то говорил, что вот раньше было хорошо, <раньше>, раньше пену для бритья еще не изобрели, поэтому приходилось дарить что-нибудь нормальное. А, значит, вот. А, ну, то же самое и на 8 марта. Куча ненужных подарков мы получаем на Новый год, мы их там складываем, передариваем. А Бог, конечно, так не поступает. Каждый его дар действительно нужен церкви. Каждый из вас это подарок Божий. И нельзя вас в чулан сложить. Поэтому служите Богу. Так будет созидаться церковь. Далее, третья причина, почему существует церковь. Церковь существует, потому что ее созидают верные христиане. Мы должны служить так, как для этого мы и поставлены. Посмотрите, 12 стих говорит, для созидания тела Христова. Для чего Он вас поставил? Для созидания тела Христова. Вы должны работать. Иначе вы не исполните своего предназначения. Каждая вещь, которую создает человек, имеет свое предназначение. Например, холодильник создан для того, чтобы морозить, замораживать пищу. И глупо было бы, если бы вы положили сосиски в холодильник, а он их там зажарил как-нибудь. Ну, такой холодильник плохой. А, вот. У нас был с женой, кстати, наш первый холодильник, достался нам от бабушки. Ну, он, конечно, не жарил сосиски, но и не морозил их тоже. Он изо всех сил старался, конечно, громко гудел, но у него не получалось. Поэтому, значит, мы его выкинули со временем. И я думаю, что каждый из нас рискует оказаться на такой свалке, если не будет реализовывать тот дар, который Бог нам дал. Ведь нас же создал Бог для чего-то, каждого из вас. Если вы свое предназначение не исполняете, Бог вас будет чинить. А если вы и после этого не исправитесь, ну, наверное, скажет: Ну, посиди на свалке. Свалки в церквах есть. Это задние скамейки. А, вот. Очень интересно, кстати. Сегодня одна из самых непопулярных притч Иисуса Христа, на которую я давно не слышал проповеди в церкви, это притча из Евангелия от Луки из 17 главы. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, Говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Вот заметьте, Бог будет прав, если построить с нами отношения по такому принципу. Господин имеет право не давать отдыха, имеет право приказывать, имеет право не благодарить вас. Он имеет право заставить вас еще идти и работать. Даже после тяжелого трудового дня араб очень мало времени для себя имеет. Он был он должен быть готовым к дополнительному труду. И он не должен рассчитывать на дополнительные стимулы к служению. И Христос эту притчу рассказывает для того, чтобы мы поняли. Бог говорит: Я буду прав, если построю с вами отношения вот таким образом. Но Он-то с нами так не строит отношения. Вот в чем дело. Поэтому он говорит, я уже не называю вас рабами. Но тем не менее, эта притча есть. Мы поставлены служить. Для этого мы созданы. Для созидания тела Христова. Церковь будет строиться только если мы начнем служить. Далее Павел говорит, мы должны служить, так как это единственный путь для духовного роста. Посмотрите, 13 стих доколе все придем в единство веры и познание сына божия в мужа совершенного в меру полного возраста христова цель служения духовный рост побудительная причина любовь к людям губительно ничего не делать если ты не служишь богу ты остановился в духовном росте ты не придешь в мужа совершенного ты останешься младенцем павел кстати ну или не Павел, а автор послания к евреям тоже об этом пишет. Вы должны быть учителями, а вы еще младенцы. Вас надо питать молоком, а не твердой пищей. У меня есть один сын. У меня вообще, он единственное мое утешение. У меня в жизни, я всегда жил с женщинами. Отец ушел рано из семьи. У меня была бабушка, мама, сестра собака, женщина. потом я женился, значит у меня родилась дочь, а потом сын. а теперь сейчас опять еще одна дочь. ну вот, короче, сын у меня единственная как-то вот надежда была по мужски хоть с кем-то проводить время. и он вот я помню он лежал в колыбели, сейчас ему 9 лет, он уже настоящий мужчина практически. но вот он лежал в колыбели там в памперсах, значит и значит питался маминым молоком, значит и конечно я на него смотрел и я все время говорил ему, сынок, ну расти быстрее, пожалуйста. В мире э, так много вкусных вещей, есть пельмени, значит шашлыки. Ну наконец, ну когда же мы с тобой сядем, по-мужски поедим наконец. Надоело мне эта девчачья еда хуже горькой резки. Значит, ну, ну нет, у меня жена-то хорошо готовит, нормально. Ну, Но, так вот э, сын-то вырос ему сейчас 9 лет и глупо если бы он ходил до сих пор в памперсах и пил там молоко из бутылочки нет нужно расти а многие христиане они вот похожи на таких людей в церкви они сидят на церковной этой свалке и они все в духовном таком памперсе они все с такими духовными бутылочками они не идут не возрастают в меру полного возраста христова не приходят в единство веры, они постоянно чем-то увлекаются какими-то э, хитрыми учениями. А здесь Павел говорит, вы, дол вы должны служить, вы должны расти духовно. Также вы должны служить, потому что сатана постоянно проповедует. Посмотрите, 14 стих. «Дабы мы не были больными младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения» по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Ну, так говорит Павел в послании к Тимофею. И здесь тоже лукавство человеков, хитрое искусство обольщения. Сатана постоянно проповедует. Вот смотрите, сейчас здесь класс, вас здесь сколько человек? Ну, больше десяти, а проповедует один. И потом скоро уже все это закончится, и проповедь прекратится. А сатана проповедует постоянно. У него миллиарды проповедников. И я все время смотрю и думаю, вот какой парадокс. Вот эти миллионы сатанистов, они не знают, что они сатанисты. Они же обычные люди, просто грешники. Но они служат сатане просто своим образом жизни. И вот миллионы этих маленьких грешников, они не заканчивают сатанинских библейских школ. У них нет сатанинских колледжей. Они не изучают сатанинский образ жизни специально. Их не учат так поступать. Они просто живут своей маленькой жизнью. И я думаю, почему церковь Христов, почему христиане так часто говорят, а мы же просто маленькие люди, что мы можем? Да начните жить, как христиане. Мир перевернулся с ног на голову благодаря усилиям миллионов маленьких грешников. А вы-то что? Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. А мы? У нас есть точка опоры. Иоганна Себастьяна Баха спросили, как вы умудряетесь Играть свои произведения ⁇ это же невозможно. Очень сложные произведения вы пишете. Бах отвечал. Играть их очень просто. Нужно в нужное время нажимать на нужные клавиши. Это секрет простой. Почему вместо божественной симфонии у нас какофония в нашей христианской жизни? Потому что христиане все никак не встанут в нужное время, в нужном месте. Они не хотят созидать церковь. Они не хотят служить друг другу. У писателя о Генри есть рассказ, последний лист, если вы его читали. Там две молодые художницы снимают там маленькую комнатушку. И у них есть знакомый, пропащий художник, старик Берман, который все их утешает и говорит девчонки, я скоро напишу свой шедевр, скоро напишу такую картину, мы сможем выбиться из нищеты, и мы уедем, и будем жить прекрасно. И вот там девушка одна заболевает, и она смотрит из окна на соседнюю стену, а стена увита плющом. А уже осень, и листья падают, ветер, дождь. И она говорит, я умру, когда упадет с этого плюща последний лист. И вот этот лист все не падает, не падает, а потом они выясняют, что как бы это, умер то их сосед Берман, вот этот художник. А оказывается, он ночью в самую непогоду на по лестнице забрался на эту стену и нарисовал этот последний лист на стене, чтобы он не упал. Ну и все говорили, вот он написал свой шедевр, но ну, он заболел воспалением легких и умер. А девушка-то выжила. Потому что не столько это все время был перед ней, он не упал. И я думаю, вот где бы в церкви найти таких Берманов, в таких вот неказистых, которые меч не, не просто мечтают написать шедевр для Бога, а действительно сделают его. И когда мы придем перед Богом, будет ли что-то в моей жизни, что я скажу Бог, я вот, ну я ничего не сделал, ну вот. Ну вот это вот маленькое дело я делал для тебя, вот ну пожалуйста прими его для церкви твоей. Действительно, это большой вопрос. Сможем ли мы так сказать Богу? Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvсеминари.com. Церковь созидается до тех пор, пока вы ее созидаете. У каждого из вас есть духовный дар. У каждого из вас, собственно, есть понимание, должно быть понимание, что вы это дар для церкви. Вы должны служить другим людям при помощи этого дара. И многие, конечно, здесь спрашивают, слушайте, а в чем отличие наших, ну, просто способностей от духовного дара? Некоторые думают, что духовный дар это обязательно что-то сверхъестественное, а наши врожденные способности, ну, это так, ерунда какая-то. Я думаю, что отличие все же есть. Духовный дар, он всегда направлен на созидание церкви, на пользу церкви. Вот один бизнесмен, он, ну, как-то рассказывал, что ну, он с детства умел получать прибыль. У него был врожденный дар, он чувствовал деньги. Он чувствовал, что нужно купить, даже в школе. Он покупал там жвачку, знал, где ее дешево купить. И знал, как ее дорого продать. Там он чувствовал, у него была потрясающая интуиция. Он знал, куда вложить деньги, как не прогореть. Ну, и он вырос богатым человеком. Потом он обратился ко Христу, уже будучи богатым. И вот как-то он задал вопрос своему пастору. Он сказал, пастор, я вот думаю, что у меня нет никакого духовного удара. И только, пожалуйста, пастор, не говорите мне про мое умение зарабатывать деньги. Потому что я это умел с детства. Какой то духовный дар. Я был неверующим и зарабатывал их. То есть это просто моя способность. Пастор подумал и говорит: ну да, это твоя способность. Но все же у тебя есть духовный дар. Скажи, кто больше тебя жертвует? И вот тут этот бизнесмен понял: Он говорит, да, зарабатывать деньги это моя способность, а жертвовать это духовный дар. Иметь мягкое сердце, быть сентиментальным человеком это врожденная способность. Ну, есть сентиментальные люди. Там они смотрят мультики детские и плачут. А вот э, э, утешать других, оказывать милосердие людям это духовный дар. Уметь хорошо говорить это способность. Многие люди рождаются ну, с подвешенным языком. Да, есть дети, одни шпарят, как по писанному. А проповедовать для церкви это духовный дар. Уметь петь или иметь музыкальный слух, ну это способность, врожденная. Многие имеют это. А прославлять Бога, служить своим даром в церкви, это духовный дар. И если вы не реализуете свой духовный дар, то церковь вы убиваете. Это же как, знаете, что такое раковая опухоль? Это же обычные клетки. Только они работают уже не на организм, но на себя. И когда э, эти клетки работают на себя, они разрушают тем самым организм. То же самое и в церкви. Церковь может превратиться в раковую опухоль, когда члены церкви не служат Богу, не служат друг другу, но служат только себе. Поэтому церковь будет созидаться и существовать. И этот парадокс всегда будет удивлять людей, только до тех пор пока в ней будет жив Христос, который дает духовные дары и наполняет все во всем. А это будет вечно. До тех пор, пока каждый из вас будет осознавать себя как дар для церкви. И до тех пор, пока вы будете служить друг другу при помощи духовного дара. Да благословит вас в этом Бог, братья и сестры. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв семинарии.